Фильм «Открытие» на фестивале ужасов в Барселоне. Вы верите в дьявола? Верите, что это не абстрактное зло? Что сатана – это реальное существо из плоти и крови, терзающее вас всю жизнь? Я с ней счастлив. Как ее имя? Кэтрин. Можно мне обследовать ее? Я не позволю прошлому испортить мое настоящее. Коварство дьявола заключается в том, что он умудрился убедить многих, что его не существует. Пахнет сырой землей. Мне холодно!